Есть? Есть, да? Теперь второе. Вот запишите. Как вы узнаете, что вы сами получаете это? Ну, допустим, в качестве одного из критериев выступила ну, та же самая поддержка. Есть у кого-то? Есть, да? Вы пока пишите вот так, как я говорю, потом я еще подскажу, что сделать. Что-то не знаю, что надо сказать. Вот написали хотя бы 2-3 критерия ваши. Теперь выберите один из них и напишите, как вы узнаете, что вы это получаете. Например, вот, что делает конкретно Андрей, и вы прямо это чувствуете, что вот у вас, если у вас поддержка была, что он эти вас поддерживает. Ну или что-то другое, что вы написали. Понятно, если? Только что? Ну, выберите любой критерий и расшифруйте его. Что делает ваш партнер или у вас был такой опыт в жизни, вы точно понимаете, что в этот момент вас, допустим, поддерживают, или любят, или уважают, или ценят. Что делает другой человек конкретно? То есть какое поведение соответствовало этому критерию? То, что не бывает критериев без поведения.